рано или поздно в жизни каждого автовладельца наступает такой момент, когда необходимо обратиться в автотехцентр. Сегодня мы пошли в автотехцентр «Алмаз». Итак, первым делом автомагазин. Огромный выбор всего, чего только можно автомобильного. Явно не разочарует любого, даже самого привередливого автолюбителя. Здесь есть практически все. Если пришло время, в машине пора поменять масло, к вашим услугам даже несколько витрин. На одной масла, которые используются для автомобилей иностранного производства на дилерских станциях. Гарантийный период эксплуатации, кстати, на порядок дешевле. На другой широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел импортного и отечественного производства и охлаждающих жидкостей. Раз уж масло купили, значит, нужно выбрать еще и фильтр. В наличии постоянно имеются фильтры основных автомобильных брендов, продаваемых в России. А если вдруг нужного нет, в отделе иномарок есть стол заказов. Автотехцентр «Алмаз» нравится тем, что очень хорошее качество обслуживания, достаточно большой выбор товаров и услуг, предоставляемых населению. Поэтому всем рекомендую пользоваться автотехцентром «Алмаз». Еще одна витрина. Здесь глаза разбегаются от всевозможных щеток стеклоочистителей. Есть особенно актуальные сейчас спецщетки для зимнего периода эксплуатации. Зимние щеточки, чем они хороши, чем они отличаются от обычных щеток? Они имеют резиновый чехол, который закрывает механизм подвижный в виде коромысел. То есть в любую погоду ваша щеточка будет подвижна, эластична. Хорошо чистит стекло лобовое. Также есть серия бескаркасных щеток фирмы «Чемпион» со спойлером. Чем они хороши, чем они отличаются от обычных щеток? Здесь применена резиночка, включая графитные добавки. Она более эластичная, мягко очищает грязь. Спойлер работает как крыло самолета. То есть во время движения автомобиля воздух прижимает щеточку к стеклу. Что также важно зимой, есть специальные средства, благодаря которым не замерзают замки. А следовательно, вы ни в какой мороз не будете стоять на улице, безуспешно пытаясь проникнуть в собственный автомобиль. Ароматизаторы удовлетворят любой, даже самый привередливый нюх. А если вдруг в вашем авто перегорело или повредилась лампочка, пожалуйста. Широкий ассортимент автомобильных ламп различных конструкций. Как поштучно, так и в упаковке «Европолт», что не стыдно подарить на праздник. Здесь можно приехать в любое время, с утра и до позднего вечера. Мойка и магазины работают до последнего клиента. Это очень удобно. Для наших дорогих покупателей автомагазин «Алмаз» открыт с 7 утра до 23 часов вечера. Работаем каждый день без обеда. Мы рады вас видеть в нашем магазине. Идем дальше, прямо по курсу станции технического обслуживания. Если вдруг ваш автомобиль захворал, здесь его непременно вылечат. Отремонтируют двигатель, коробку передач, подвеску. Если вдруг ваша машина едет как-то неровно, возможно, вам нужно отрегулировать сход-развал. Проблемы с колесами тоже не проблема. Прокатают диски, заменят и отремонтируют шины. Если нужно, заменят масло. Кстати, если масло куплено здесь же в магазине, то его вам поменяют бесплатно. В общем, работают здесь настоящие профессионалы. В нашем техническом центре можно произвести не только замену масла как отечественных, так и импортных автомобилей, но также к вам проявят индивидуальный подход в ремонте вашего автомобиля, как-то силовой установки, трансмиссии и ходовой части двигателя. И даже если ваш железный конь попал в нешуточную передрягу, не стоит отчаиваться. К вашим услугам кузовной ремонт любой сложности. Здесь и покрасят. Кстати, это один из немногих автотехцентров, где есть покрасочная камера для микроавтобусов. И отполируют, и выправят вмятины. Оказывается, это можно сделать даже без покраски. И даже проведут стапельные работы. Если любите тишину, вам сделают качественную шумоизоляцию автомобиля. Хотите индивидуальности, можно оклеить кузов пленкой. Также на территории работает автоэлектрик. Производится компьютерная диагностика автомобиля на современном оборудовании. Также у нас вы можете провести ремонт лобовых стекол, замену стекол, оклейка автомобиля в шумоизоляции, оклейка кузова автовинилом. По-моему, автотехцентр «Алмаз» абсолютно оправдывает свое название. Итак, индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая ценовая политика, очень удобный график работы. Конечно же, мы ставим свой знак качества. До зимних праздников подать рукой. И согласитесь, обидно накануне новогодней суеты подхватить, например, простуду. Самое время заняться профилактикой, и для этого вовсе не нужно стоять в очередях и с грустью отдавать кругленькую сумму за лекарства. Теперь о рязанцах есть кому позаботиться. Месяц назад в нашем городе открылась городская социальная сеть аптек «Забота»,
Конечно, аптеки «Забота» созданы в первую очередь для особой категории граждан. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Но это уточнение касается только достатка. Покупателю выгоднее брать у нас даже, чем предъявлять в другой аптеке карту «Забота». Любой желающий найдет здесь необходимые ему лекарства. Или, например, товары для самых маленьких, полезные смеси, бутылочки и прочее. И рядом, и проверено. Сети аптек «Забота» открылись во всех крупных микрорайонах города. Наш ассортимент достаточно широк. Кроме того, мы следим за рынком как лекарств, так и косметики детского питания. И постоянно следим за новинками, и у нас ассортимент постоянно расширяется. Также у нас представлен широкий ассортимент витаминов, лекарств, предназначенных для профилактики и лечения гриппа, простуды. Наступает такой сезон у нас. А для абсолютно здоровых покупателей целая витрина с кремами, шампунями, расслабляющими добавками для ванны и средствами по уходу за кожей, чтобы удивлять не просто здоровым, а цветущим видом. Можно приобрести любую марку косметики. Кроме того, мы с фирмами сотрудничаем по индивидуальным заказам лекарственных средств. То есть, если какое-то лекарство необходимо, мы можем завести в течение суток для покупателя. У людей постарше сегодня востребовано несложное медицинское оборудование, с помощью которого без проблем можно измерить, например, уровень сахара в крови или давление в домашних условиях. Но даже если и такая цена для вас высока, можно прийти в аптеку, чтобы точно узнать свое давление. Этот аппарат идет индивидуального применения, поэтому вы можете измерить это сами. Если трудно, то, конечно, сотрудники помогут. Все сотрудники нашей сети имеют фармацевтическое образование, и любой клиент, любой пациент, придя к нам, получает высококвалифицированную помощь. Таких аптек и аптечных пунктов по городу уже несколько десятков. Согласитесь, гораздо приятнее идти на поправку, зная, что о вашем драгоценном здоровье и финансах, что немаловажно, действительно заботятся. Трудовые лошадки, ласточки, кормилицы как только не величают водители свои автомобили. Но рано или поздно даже новому железному коню нужны профилактика, ремонт или тюнинг. Богатый рынок комплектующих часто не просто сбивает с толку, но еще и бьет по карманам. Буквально несколько дней назад на улице Черновицкой открылся крупный магазин «Автопрестиж». Идем сравнивать и ставить на заметку. Ценовая политика демократична и удовлетворяет любому запросу покупателя. Мы не делаем больших скидок, но и не делаем широких наценок. Первое, что радует буквально с порога, работники торгового зала не бегут, сломя голову к покупателю с кучей бестолковых вопросов, а спокойно наблюдают и вовремя дают советы. Автолюбители не прочь обсудить особенности характера своего авто. Но если такой потребности не возникло, а вы точно знаете, зачем пришли, можно воспользоваться специальным автоматом. Вам всего лишь нужно выбрать товар, положить его в корзину, запомнить номер заказа и получить его в пункте выдачи. Ассортимент автозапчастей действительно на любой вкус и кошелек. Поломался двигатель, ходовая часть или подвеска – не беда. Не держит заряд аккумулятора – тоже выход есть. Вон сколько разных на витрине. Приятно отметить наличие на полках и крупноузловых деталей. Кстати, важный момент. Если ваш автомобиль совершил последний подвиг и с трудом доехал до нужного магазина, а вы все равно не способны его самостоятельно починить, даже при наличии деталей, тогда вам точно сюда. Магазин «Автопрестиж» работает от технического центра, где и установят покупку, и вызовут эвакуатор, если нужно. Всегда вы найдете у нас редуктора заднего моста, в том числе задние моста в сборе, фильтра воздушные, фильтра салона, фильтра масляные, а также расходные материалы, как тормозные колодки, в широком ассортименте представлены здесь. Еще один явный плюс – наличие автодеталей и расходников как для отечественной классики, так и для зарубежных авто в одном месте, чем могут похвастаться далеко не все. Электрика, оптика, крупногабаритные детали. Витрины регулярно обещают пополнять новым проверенным товаром. Появятся автомагнитолы, навигаторы, видеорегистраторы и прочее. Увидели мы и целую линейку бамперов. Часто водители не могут найти деталь именно подходящего цвета. А здесь у нас автостекла и целая витрина с радиаторами. Даже инструменты для устранения поломок в наличии. А памятуя о том, что сегодня автомобиль еще и лицо самого автовладельца, отправляемся изучать отдел с химией и маслами.
Что приятно отметить, к любому празднику можно оформить подарочную корзинку, например, с автохимией или приятными мелочами. И главное, ничего не нужно дожидаться. Мы тоже это проверили, заглянув на склад. Приобретая запчасть для своего автомобиля, вы можете получить ее непременно. Приятно, что есть магазины, которые думают о нервах и безопасности своих покупателей. Даже та самая комната предусмотрена. Вроде мелочь, а согласитесь, приятно. Кстати, весь ноябрь скидка 5% от розничной цены на любую покупку.